Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня очередные книжные упаковки. Мне уже стыдно об этом говорить. Ребят, вы просто не представляете, что я не могу остановиться и продолжаю покупать книги просто подряд. Что вижу, то и покупаю, особенно эти скидки. Итак, первая книга... Что это? Итак, первая книга... Да что такое? Итак, первая книга — это книга Агаты Кристи «Пуаро ведет следствие». Это книги Агаты Кристи из серебряной коллекции, то есть это все про одного детектива Пуаро, как я поняла. Ну, в общем, я просто хотела давно Агату Кристи почитать, я почему-то все от нее там восторг. Также тут Агата Кристи «Печальный кипарис», «Загадочное происшествие в Стайлсе», «Смерть в облаках», «Убийство в Восточном экспрессе», «Свидание со смертью», «Большая четверка», «Убийство на поле для гольфа», «Тайна голубого поля», и «Пять поросят». «Смерть лорда Эджвера», «Миссис МакГин с жизнью рассталась». Очень позитивно, я считаю, название. Дальше идет книга, по которой я смотрела фильм, и он мне, ну, очень понравился. Просто Маркус Зусак, «Книжный вор», просто перфекто. Следующая книга — это триллер, по нему тоже есть фильм. Это Томас Харрис «Молчание ягнят», то есть это про Ганнибала Лектора. Это все, что я знаю про эту книгу. И что тут кого-то жрут. Дальше я купила себе фломастеры. Надо их распаковать. Так, тут 24 штуки, кохиноровские фломастеры. Я думаю, они хорошие, потому что кохинор не делает. Просто фломастеры для раскраски. Также я себе купила блокнот с лошадьми. Дальше тут идет закладочки в подарок. Так, сейчас мы их посмотрим. Так, первая закладулька. Ну, тут кальмары всякие, тут водичка типа. И написано «Погружаюсь в книгу с головой». Вторая закладка. Здесь написано «Кукареку». И написано «В чтении силы и тёлка несет коня». И следующее. «Чтение продлевает жизнь». Тут какие-то дракулы, а тут какие-то экспериментики. В общем, прикольные такие закладочки. Так, следующая книга — это, внимание, предисловие. Я единственный человек, который никогда не читал эти книги. Или не единственный, но я не читала эти книги. Итак, это Джон Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень». Это первая книга моя про Гарри Поттера, и не читала, и фильмы я не особо люблю, потому что они противные. Дальше книга в подарок — у нас «Убивают по вторникам». Очень странное такое оформление, она с двух сторон одинаковая и вообще как бы... Дальше идет блокнот в подарок, очередной, уже третий, один я подарила классному руководителю. И дальше идет очень интересный такой творческий блокнот, дневник видеоблогера. Я не умею заполнять такие блокноты, но блин, я не смогла себя оторвать и купила себе дневник видеоблогера. Буду делать, наверное, задания там. И дальше книга, которую вы, возможно, будете на меня просто дико орать, потому что прошлую книгу я совершенно не оценила. И многие не оценили, или многие были в восторге от этой книги, но мое мнение все-таки приходит людям, которые все-таки не оценили эту книгу. Стейс Крамер. Мы с истекшим сроком годности. Я просто чисто любопытный человек. Мне просто интересно, что может написать человек после того, как ее засрали и захвалили. Ребята, это все я доставала из вот этой карабини, где лежит вот эта бутылка и мой телефон. И, в общем, с вами была я, Ксения Кузнецова. Читайте книги. Всем пока. И не забывайте переходить по моим ссылкам в описании. Благодаря тому, что вы перешли по моим ссылкам, я получаю маленький бонус. Заранее спасибо. Пока. Бадам.